В связи с предстоящими в Армении выборами ситуация в этой стране достаточно наэлектризована, подчеркивает азербайджанский политолог Тофик Аббасов. По его мнению, там необходима стабильная, уверенная власть, которая могла бы выработать свою четкую позицию по главной проблеме региона – армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту. За последнее время мы наблюдали, насколько зигзагообразно ведет себя официальный Ереван вот на площадке политического урегулирования, и она вынуждена все время маневрировать. А эти маневры, они не очень убедительные, потому что, с одной стороны, не очень обеспечены тылы власти Николы Пашиняна, с другой стороны, значит, новые власти, они побаиваются карабахского клана, у них нет полной уверенности в том, что на каком-нибудь из поворотов они не получат очень ощутимый удар именно вот на почве карабахского регулирования. Прежняя власть пока не сдала позиции, отмечает политолог, говоря о влиянии в парламенте Республиканской партии Армении, ячейки карабахского клана в лице второго и третьего президентов этой страны. Сейчас, подчеркивает Тофик Аббасов, необходимо дождаться проведения парламентских выборов в Армении с тем, чтобы определиться, с кем Азербайджану придется иметь дело. Такого же мнения придерживается и политолог Ильгар Велизаде. В пылу предвыборных страстей в Армении армянское политическое руководство высказывает неоднозначные оценки относительно всего процесса карабахского урегулирования. Естественно, эти оценки, эти заявления не могут не отразиться на фоне переговорного процесса. Мы знаем, мы наблюдаем за ситуацией в этой стране. Вот на этом фоне переговоры, естественно, от них ожидать чего-то сверхособенного не приходится. Тем более, что все последние годы, к сожалению, переговорный процесс, опять же, стараниями армянской стороны и, к сожалению, пассивностью сопредседателей Минской группы, пришел в такое состояние, аморфное состояние. Территорию, и потому исполняющий обязанности главы правительства Никол Пашинян выступает с самыми различными воинственными заявлениями. И делает их даже в отношении сепаратистов оккупированного Нагорного Карабаха. Эйфория уличного политика не дает пока Пашиняну возможности понять, что скорейшим решением армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта он сможет решить и экономические, и социальные проблемы внутри Армении. А не это ли в первую очередь должно заботить народного избранника. Михрибанка Сумвали, Сурхай Углы, CBC.